Кантрі-крос – це відносно молода дисципліна, яка останнім часом стрімко набирає популярність у любителів спортивного відпочинку на колесах. І ось 17 листопада по вулиці Парковій, що у Білому місті на Дністрі, пройде заключний етап змагань з цього виду перегонів – фінал чемпіонату України. Уроком раллі там сказано було завжди так, що кожне наступне змагання має бути краще, ніж було. Ну, як би, ну, щоб людям було цікаво. Спортсменам, чтобы было интересно. Вот. Ну, вот пытаемся это сделать. У нас как бы в 2015 году это новое вообще, ну, соревнование, которое оно вошло в наш город. Я надеюсь, что оно станет так же брендом, как и ралли Акерман, потому что у нас с 2007 года это каждый год практически, даже два раза в год проходили соревнования. Ну вот пытаемся сделать интересное, новое, веселое, увлекательное. І от хочемо зробити ту афішу таку, щоб вона була запам'ятаючись, ну, для всіх. Перегони в класі кантрі-крос проходять на відносно коротких кільцевих трасах з повним бездоріжжям. В якості залізного коня можуть виступати серйозні позашляховики або навіть саморобний прототип. Але найбільш популярні – квадроцикли та багі. У будь-якому випадку море задоволення і адреналіну як учасникам, так і глядачам гарантовано. Принцип тут такий же, як і в раллі. Есть пилот, есть штурман, тоже он читает стенограмму. Так же самое он, ну, диктует, как ехать, как выполнять все. Потому что, ну, практически не видно после прыжка, например, не видно там, как поехать. И он ему говорит, там притормозим, все такое. До цієї події готуються і посадовці. Як зазначає заступник мера міста, такі змагання певний час не проводилися в Акермані. Та наразі цей вид перегонів намагаються відновити. 17 ноября этого года в городе Белгород-Днестровском будет проходить финал чемпионата Украины по кантикроссу. Мы получили соответствующее обращение, в связи с чем распоряжением городского головы создана рабочая группа по подготовке к проведению финала чемпионата Украины. Соответствующие службы получили распоряжение о подготовке, и сейчас мы готовимся и будем принимать 17 ноября финал чемпионата Украины. Мы ожидаем, что большое количество участников приедет, будет очень интересно, поэтому приглашаем уже жителей города 17 ноября посмотреть финал чемпионата Украины. 6 жовтня на трасі по вулиці Парковій, де відбуватимуться перегони, з 11 години та протягом цілого дня будуть тестувати багі та бойовий автомобіль. Організатори запрошують мешканців міста подивитися. Крім того, навіть відчути себе справжнім пілотом гоночного авто. Так что если молодежь, когда интересно прийти, хоть немножко освоить азы штурмана, посмотреть, допустим, вот на этой машине могут кататься и, ну, мальчики, и девочки. На боевой, конечно, там уже более серьезно. Вот. Потому пусть приходят завтра, смотрят, что-то кого-то интересует, мы это все расскажем, что это, как это работает, как это крутится, как это читается стенограмма, как читается легенда, как, ну, может, кому-то интересно, погода вроде позволяет, и мы хотим, ну, чтобы люди могли прокатиться, например, там, да, вот, по какому-то кусочку, там, даже с детьми здесь можно проехаться. Тетяна Коваль, Артем Українчук, Бесарабєтеве.